Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Герман, и сегодня в этой серии мы с вами будем снимать реальную рыбалку. И как один из подписчиков посоветовал пойти на рыбхоз и все на то же самое, что я ловил на Лима, половить здесь канального сомика на рыбхозе. В принципе, локация открыта, разряд позволяет, все позволяет, почему бы нет. Я только пришел, вот первая поклевочка, я еще тут ни одной рыбы не поймал, только закинул и думаю, почему бы не заснять видео. Поэтому вот это наша первая рыба будет на локации рыбхоз. Канальный сомик. 14 класс вообще. Так, и массы 26 килограмм. То есть это как бы не предел. То есть можно ловить еще. В принципе, можно поставить катушку помощней. У меня вроде бы она есть. И поставить помощней леску. И тогда будет вообще просто шикарно, и можно будет ловить очень крутые экземпляры. Плюс к тому же человек мне написал, что на этой локации как бы можно ловить еще и на удочку. Не, ну это понятно. И сказал, что копить надо на более крутые снасти. И я так понял, на этой же локации ловить трофей. Но только я так и не понял, что именно. Комментарии я постараюсь вставить, дай бог, чтоб я не забыл. И напиши мне, пожалуйста, еще в комментариях, что ты имел в виду. Какую рыбу, на какой локации, на этой же или не на этой же, и трофей. И как ловится трофей. То есть, более-менее, как бы, разверни свой комментарий. Очень мне понравился, информативный. Также мне... Очень нравятся комментарии многих людей. Вообще всем огромное, хочу сразу же поблагодариться вам в начале видео. Начнем с благодарности. Всем огромное спасибо за то, что вы комментируете видео, потому что тем самым видео выходит в топ. Даже если вы будете писать, знаете, один будет человек писать комментарий, 1, 2, 3, 4, 5 цифры, так вот напишет 100 комментариев, а потом второе 100, и мы вот так вот напишем где-то 3000 комментариев, то есть видео, естественно, вылезет в топ на YouTube, то есть по вот этим вот критериям. Естественно, такое заставлять подписчиков делать я не собираюсь. Это я, кстати, видел, что многие ютуберы сейчас эту штуку практикуют, что, пожалуйста, помогите, чтобы видео вышло в топ, начните комментировать такое. Честно... Да, хочется, чтобы видео было в топе, но видео в топе хорошо, когда комментарии более-менее информативные, несут хоть какую-то смысловую нагрузку, хотя бы благодарность, или когда человек что-то дельное пишет, еще что-то там спрашивают. Вот такой, когда вот диалог вот какой-то идет, а когда просто вот эти вот цифры тупые, вот это вот бред, мне вот как бы не нравится такое. Когда вы там благодарите, да, очень приятно, вообще спасибо вам огромное, и вообще всем огромное спасибо за то, что смотрите. Много информативных комментариев, много очень дельных советов, один из них вы сейчас можете наблюдать на экране, когда совет действительно работает, он актуален в данной версии игры, и рыба действительно ловится. И в логах мы уже можем посмотреть, что в принципе и опыт очень хорошо идет. И достаточно очень хорошо, то есть по весу мы с вами выходим. Я не знаю стоимость как бы данной рыбы, но смею предположить, что денег будет очень неплохо. По-моему, в комментарии человек тоже осветил этот вопрос по поводу денег, что в два раза больше, чем с налима. Но, естественно, больше веса, то есть больше денег. Если еще ловить веса, тем более за 20 килограмм, так вообще будет чудесно. Поэтому я на данный момент я в восторге. И в принципе, я думаю, можно даже кидать удочку сюда. Но мы удочку кидать не будем, как бы надо копить деньги. Копить деньги на более крутую снасть. Все правильно, как написал в комментариях этот человек. Надо копить более крутую снасть и потом уже непосредственно идти на какие-то офигенные экземпляры рыбы. Турниры мы с вами поиграем. В этой серии я хотел, кстати, поиграть турнир, но турнир был на максимальный вес ледяного карпа, по-моему. Я думал и думаю, нафиг оно нужно. Вот правда, чё-то я на карпа не захотел идти. Ловить мне его нечем. На спиннинг карпа... Я сомневаюсь, что он клюнет, если кто-то знает какие-то блесна, на которые может клюнуть карп. Тогда прошу в комментариях, огласите, я приму к сведению. Я не знаю, удочки у меня нет. Тратить деньги на удочку для карпа я не захотел. Как бы я посчитал это нецелесообразной тратой денежных средств. Вот так вот. В
принципе. Что касается вообще самой игры и комментариев, которых вы пишете, по поводу, кстати, других проектов. Нашу рыбалку, вот смотрю, очень много людей, ну как очень много, ну для меня там 3-4 человека, это уже, то есть, неплохо, неплохо, которые очень жаждут увидеть продолжение нашей рыбалки. Хочу немножечко, кто вот смотрит, вас огорчить. Давайте мы сначала, вот что касается рыбалок, я не хочу снимать смежные проекты. То есть я не хочу именно снимать, вот сегодня я, к примеру, снимаю рыбалку, да. Вот, к примеру, понедельник, среду, воскресенье я снимаю рыбалку, к примеру, просто. И потом, как бы, да, еще смежно с этим снимать еще один проект. Потому что люди, которые смотрят нашу рыбалку, они будут ждать нашу рыбалку. Другие будут ждать реальную рыбалку, к примеру, да. И в итоге мне, в принципе, чтобы продвинуться хоть как-то где-то, потому что рыбалка, вы сами знаете, долго тут продвигаться, долго идет прокачка и все остальное. Вначале быстро, потом долго. И как бы времени огромного нету такого, чтобы профили прокачивать очень быстро. Взламывать тоже не имею желания особого, потому что как бы все забракуете, скажете, ай, взломщик, а, все дела. Вот, ну и как бы не будет уже неинтересно смотреть. Давайте я вас попрошу, подождем немножко, отснимем 20 серий, достигнем, ну может быть не 20, может быть больше, достигнем своей цели в этом, то есть как бы 8-й разряд, да, ой, 8-й, прошу прощения, 20-го разряда я ставил цель, достигнем 20-го разряда, посмотрим, как это быстро мы сможем, и уже потом от этого уже будем отталкиваться, то есть будем либо нашу рыбалку снимать, я проведу опрос. Кстати, заходите обязательно в сообщество. В сообщество, которое находится на YouTube. Я иногда там публикую новости. Ну, сейчас начал. Я смотрю, что там можно публиковать и все такое. Поэтому заходите, смотрите. Там иногда будут какие-то, к примеру, новости выходить. Почему серия там не выходит? Или вот то же самое голосование. Или еще что-то. Там тоже можно ставить лайки, комментировать. Поэтому заходите, не стесняйтесь, пишите, тоже комментируйте, принимайте активное участие в сообществе, тоже попрошу вас. Как всегда, у меня самая такая интересная, актуальная информация выходит в середине видео, когда люди не смотрят середину видео, а смотрят начало и конец в основном. Но это если судить строго по моей статистике, потому что большая часть людей смотрит начало и конец, середину мало кто смотрит вообще. Вот такие вот пирожки. Надеюсь, я не очень быстро рассказываю, и вы успеваете переваривать и принимать к сведению всю мою информацию, которую я говорю, потому что помню, кто-то мне еще давным-давно написал в комментариях, что я очень быстро говорю, и устают люди от видео, то что очень большой поток информации. Ну, прошу прощения. Как бы, я думаю, те люди, которые прям смотрят меня, уже должны привыкнуть к моему стилю общения, манере поведения и построения предложений. Так, секундная пауза у нас. Я как раз обдумываю. Вот, сделаю голосование в сообществе. Обязательно об этом скажу в видео. Потом, ну это уже потом, когда будет, то есть вот этот проект реальной рыбалки подходить у нас к концу. И уже там мы с вами непосредственно уже будем решать, будет наша рыбалка, а будет, к примеру, русская рыбалка. Сразу говорю, вот там люди просят в комментариях русскую рыбалку офлайн 3.7 и выше. То есть 3.0, 3.7. Простите, ребята, но правда, эту рыбалку, ну правда, прошу прощения, лучше сказать правду. Не лежит душа снимать пока вообще. Я, когда возвращался на канал, вот я даже не рассматривал ее снимать месяца 3 точно, вот честно вам скажу, может быть даже и полгода, правда. Вот можете меня забросать тухлыми помидорами, можете обидеться, там написать гневный комментарий, но правда вам говорю, что ну, не лежит душа. Считаю, надо записывать, когда хорошее настроение, когда лежит душа, когда у тебя такая, знаете, творческая атмосфера, когда ты можешь передать позитив своих эмоций, всего остального подписчикам, зрителям своим. И они подзарядились этой энергетикой и начали, как бы, я не знаю, вечер, день или утро с положительных каких-то там эмоций и начинаний вообще.
Но пока я не располагаю такими как бы намерениями, эмоциями к русской рыбалке 3.0, 3.7. Она, вот честно сказать, очень скучная. Вот прям вот если по чесноку, очень. Когда в нее играешь, ты реально скучаешь. Потому что там и долго поклевки ждать. И там нету никакой анимации, естественно. Я не придираюсь, ничего. Я знаю, что мой канал стартовал именно с этой игры. И я сейчас снимаю 1.6 рыбалку в офлайн версии. Но правда, вот именно к тем я пока возвращаться не хочу. Может быть, да, через пару проектов я вернусь, но уж точно не сейчас. Сейчас действительно вот как бы реальная рыбалка, вот ее заснять, потому что игра действительно очень классная, актуальная. И вот, кстати, насчет нашей рыбалки я еще подумаю. Я не знаю насчет обновлений. Кто следит, кто играет в эту игру, пожалуйста, в комментариях осветите обновление данной игры. Ну или хотя бы не обновление, а знаете как, что поменялось с того момента, последнего, то есть моего летсплея, первого и последнего, что ввели, что... О, новая рыбка, усач. Что ввели, что закрыли, что прикрыли, чтоб я хотя бы примерно знал. То есть, есть ли смысл ее снимать? Если там добавили два водоема и добавили там 15 видов рыб, ну, извините меня, ну, как бы, не вижу особого смысла играть. Может быть и поснимаем, но серии будет немного, вот честно. Может какие-то самые интересные моменты. А если там действительно были какие-то очень хорошие глобальные обновления, ну, по крайней мере, как вот эту игру обновили, проработали и все сделали, да, то есть игра непременно стоит тогда упоминания всего остального. Также хочу сказать, что на очереди еще как бы в голове 2-3 проекта, более-менее таких неплохих, ну, по крайней мере, по описаниям, по комментариям и по скриншотам, на Android. Тоже будем играть в эмуляторе, у кого телефон, будет играть с телефоном. Ну, то есть, тоже прикольные проекты. Но это все потом, потому что сейчас вот эта вот игра по совместительству будет Don't Starve, но Don't Starve пока не знаю, потому что на этот ноут надо устанавливать Steam, надо скачивать Don't Starve сюда на ноут, немножечко, то есть как бы разобраться, Frapsix скачать, настроить, все это протестировать, все вот это вот сделать. И еще я, правда, там как бы надо еще тестить по Don't Starve там со звуком и так далее, потому что что-то ноут как-то вот со звуком он интересно очень снимает, он, грубо говоря, не записывает звук. Если очень сильно его добавлять, чтобы он аж мой голос чуть перебивал, тогда он записывает, а так нет. Поэтому, друзья, как бы тут, да, такой вопрос интересный. Это все надо прорабатывать, это надо садиться и смотреть. Пока времени просто таких нету. Чтобы просто вы хотя бы понимали специфику моей работы, я работаю каждые выходные. У меня нету выходных вообще. Вообще. То есть снимаю серии, я вот прихожу, сделал там какие-то дела и снимай. То есть где-то, наверное, снимаю, точнее, за там полчасика, пока там настроился, все такое. Полчаса, все, я как бы заснял видео и потом рендеринг получается. Рендеринг очень долго идет. Рендеринг идет полтора часа. У меня на ноуте я пока не рендерю видео. Не знаю, мне его немножечко жалко. Я рендерю его на старом компе. Все эти видео. Ну, то есть такие вот дела. И это все долго. Ну и плюс заливка. Интернет, конечно, сейчас вообще меня очень сильно подводит, честно скажу. Прям вообще очень-очень. Заливаются видосы очень долго. Когда отснимаю 1.6 и буду заливать 20 видосов на канал, я чувствую, у меня комп дня 3, наверное, выключаться просто не будет, пока будут заливаться. Потому что что-то прям вообще с заливкой тяжело. Ну и также, естественно, хотелось бы всем сказать, чтобы вы не забывали поддерживать комментариям, потому, ну, комментариям уже немножечко за это запуталось. Большим пальцем вверх обязательно, потому что лайки это тоже важно, комментарии тоже важно, подписка это тоже очень важный момент в развитии канала и всего остального. И если вам не сложно, естественно, поделитесь своим видео, нашим видео, этим видео в Фейсбуке, ВКонтакте,
поделитесь на каких-нибудь других своих площадках, если вам не сложно. Потому что я стараюсь, я делаю. Если вы считаете, что данное видео, в принципе, достойно вашей странички, то, пожалуйста, нажмите на клавишу «Поделиться». Мне будет очень приятно. Так, ну что, мы, наверное, будем заканчивать. Подведем итог всего этого. Очень крутой информативный комментарий. Очень он классный. И, естественно, мы сейчас пойдем оценим вот наш весь улов. Очень крутой вес у нас получился. Я так сказать, рыбу, которая попадалась в промежутках канального сомика, не буду засчитывать. Как бы, давайте мы просто вот продадим всю рыбу на 15 700 рублей. Очень офигенный выхлоп, мне прям понравилось, поэтому давайте посмотрим-ка на канальный сомик, что у нас по деньгам. 60 рублей, как в принципе и налим, только, естественно, вес у него больше. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и, естественно, если вам не трудно и считаете, что это видео достойно вашей страницы, поделитесь на своей страничке. Всем огромное спасибо и до скорых встреч. Пока-пока!